я тут вспомнил, что основным недостатком курса 2014 года был тот факт, что мы очень мало засвечивали, с моей точки зрения, красиво оформленного питоновского кода на лекциях. Поэтому люди решали свои задачки как получится, добивались того, чтобы тесты проходили. Вот. И в конце семестра я внезапно обнаружил, что... как это правильно сказать? Что никто не виноват в том, почему этот код выглядит так. Вот. Я не виноват, потому что я не объяснял, как правильно писать, да, а люди не виноваты, потому что они как бы вот не пытались, не так уж просто выучиться грамотному думанию на языке, да, это гораздо сложнее, чем выучить синтаксис. Вот. Вот этот курс 2014 года. Вы можете посмотреть, что он по тематике очень похож на нас, на наш. Вот. И, значит, в нем также не было, в нем не было вот такой отдельного механизма по, что называется, code review. Поэтому у меня вопрос. Значит, вопрос следующего вида. Мы можем вдруг, не сходя с места, изобрести какой-нибудь ресурс, где мы бы обсуждали качество написанных программ? Вот. Или достаточно будет просто на лекциях одну-две программы каждый раз показывать, вот как оно устроено, и, в общем, на этом остановиться. Потому что, смотрите, более или менее эффективный ревью – это, в общем, работа отдельная, неравная нашему домашнему заданию, неравная нашим лекциям. Вот. Я, честно говоря, не очень понимаю, как-то в середине семестра внезапно инициировать. Вот. Так что не знаю. Если кому придет в голову завести какую-нибудь группу в Телеграмке или еще что-нибудь, то давайте это сделаем, да? Потому что там можно будет, по крайней мере, всем вместе обсуждать какие-то проблемы, именно связанные с практической стороной, со стороной думания на питоне. Вот. Тем не менее, одну минуту. Начнем, как всегда, с повторения. Во-первых, я тут обнаружил, что довольно многие из нас, но не я, когда решают домашнее задание, в котором написано написать генератор, считают, что генератор — это такое, пожелание со стороны преподавателя сделать программу, которая что-то генерирует. Нет, генератор — это вполне себе известная питоновская конструкция. Значит, если написано написать генератор, значит, надо написать генератор. Вот. А не просто цикл, который что-то делает. Вот. В частности, последовательность Conway, последовательность look and say, да, она должна быть оформлена в виде генератора. Обращаю ваше внимание, что есть шанс, что никто не обратит, не заметит, что вы написали не генератор. Ну, то есть я погляжу в какой-то момент, да, у нас сейчас 130 человек зарегистрировано в Еджадже. Вот. Я туда погляжу, увижу, что там не генератор. Но предпринимать какие-то санкции против вас, конечно же, не буду. Вот. Другое дело, что, вообще говоря, все домашнее задание, оно для вас. Да, наши лекции бессмысленны без домашних заданий. Вообще обучение программированию бессмысленно без программирования. Ну, капитан очевидность как бы помогает нам в этом убедиться. Вот. Так что просто обратите внимание на то, что если написано там генератор, значит генератор, если написано функция, значит функция. Вот. Просто чтобы понять, что от вас требуется, какая практика, какая тренировка от вас требуется при решении домашнего задания. Вот. Теперь немножко повторения. У нас в прошлый раз были списки. Списки – это, пожалуй, один из основных типов данных, которые вы будете использовать в программировании на питоне. Вот. А именно потому, что списки – это на самом деле просто динамические массивы, и статистически работа со списками, она настолько же эффективна, как работа с массивами. Вот. Это фактически таблицы, да, это массивы, хранящие ссылки на объекты.
Вот. Что мы помним про наши списки? Что их можно, что это индексируемая последовательность. То есть, во-первых, это последовательность, из нее можно сделать итератор, этот итератор можно засунуть в цикл for и вот это все. С другой стороны, последовательность индексируемая, она поддерживает метод getItem, стало быть, она поддерживает операцию индексирования квадратной скобочки. Вот. Ну и операцию сечения, когда у вас там двоеточие внутри квадратных скобочек, она тоже поддерживает. Вот. Что, будучи последовательностями, списки можно вставлять в любые конструкции, подразумевающие распаковку и запаковку параметров. Ну, в данном случае, не параметров, а чего бы то ни было. В качестве, например, передавая параметры функции. Помните, там, звездочка и дальше список. Вот. На самом деле, дальше последовательность любая, не только список, вообще, в принципе, любая последовательность. В операции множественного связывания, где у нас слева стоит несколько имен, справа стоит несколько объектов, вот эти несколько объектов могут быть последовательностью. Ну, давайте я вам покажу, что я думаю, что все это помнят, но тем не менее. Можно написать что-то вот в таком духе, да. И здесь может быть вполне список. Вот. Почему бы и нет? При передаче параметров функции можно собрать несколько последовательностей, несколько параметров в одну последовательность и передать ее со звездочкой. Кстати сказать, в современном питоне, вот, который недавно вышел, теперь можно таких последовательностей сколько угодно передавать. То есть, если вы напишете вызов функции, там напишете что-нибудь типа f от звездочка лист 1, там b звездочка лист 2, то вот такая конструкция великолепно раскроется в передачу функции f столько параметров, сколько содержится в списке 1 плюс в списке 2 плюс b. Вот, в правильном порядке. Ну, поскольку это несложно, то вот такую штуку ввели в питон. Вот. Что-то еще хотел сказать про современный питон. Ну, да бог с ним, потом скажу, если мне это вспомнится. Вообще говоря, питон выходит довольно часто, там минорные версии два раза в год, что ли, выходит. Ну, в общем, довольно часто. И каждая минорная версия включает в себя какое-нибудь интересное изменение. Вот. Так что всем очень советую читать такую штуку, как changelog. Вот, питоновский. Давайте мы на него посмотрим, раз уж пошла такой разговор. Вот. Там написано, что произошло по сравнению с предыдущим версией питона. Вот. Вот недавно вышел 3.6.3, вот тут есть What's New, и в этом What's New довольно забавные штуки. Например, числа теперь можно разделять подчеркиваниями, это все равно будет число, просто чтобы у вас, значит, можно было, ну, если у вас вот такое число, чтобы можно было отделять эти самые тысячи от тысяч, от миллионов и так дальше. Вот. Ну и всякая синхронщина очередная. Аннотации, про которые мы, наверное, не успеем даже в этом семестре поговорить, но, значит, поговорим в следующем. В общем, интересно. Вот про это я, может быть, сегодня расскажу, а может быть и нет. Если не подвернется время, то лучше не буду. Расскажу в следующий раз когда-нибудь. Про... Да. Ну вот. Значит, возвращаясь к нашему повторению, что еще мы знаем про наши последовательности? Про то, как устроено лексико-графическое сравнение. Возможно, кстати сказать, я явно это не говорил, так что давайте это проговорим сейчас. Вот у нас есть два списка. Допустим, список... не обязательно списка, любая последовательность, которую можно пройти циклом, скорее всего, будет поддерживать лексико-графическое сравнение. Вот, допустим, такая. B у нас будет равно вот такому. А c у нас будет равно вот такому. Вот. Лексико-графическое сравнение, это означает, что мы сравним сначала, когда мы сравниваем два элемента, две последовательности, мы сначала сравниваем нулевые элементы, потом первые и так дальше, до тех пор, пока не произойдет одно из двух событий. Либо один из списков кончится, и тогда тот, который длиннее, тот и больше.
либо, ну, соответственно, если оба одинаковые, то они равны. Либо мы напоримся на элемент одного списка, который больше элемента другого списка. И тогда тот первый, в котором больше, больше того, в котором второй. Значит, вот А меньше С, потому что у нас элемент номер 2 у списка С больше, чем элемент номер 2 у списка А. А больше Б, потому что А с Б совпадают по элементам, но Б короче. Вот. Это же сравнение верно и для кортежей, это же сравнение верно и вообще для любых индексируемых последовательностей, и кажется, даже для любых последовательностей вообще, вот тут я врать не буду, надо попробовать. На самом деле нет, на самом деле вы должны все-таки определить процедуру сравнения, то есть она определена, тогда да, для элемента. Вот. Итак, лексико-графическое сравнение, поэлементное сравнение, которое заканчивается, когда кончится один из одна из последовательностей, вот, или когда найдутся элементы соответствующие, которые не равны. Вот, если все равны, значит все равны. Вот, это то, что мы, возможно, не очень явно проговорили про последовательности вообще, но и про списки в частности. Вот. Списки поддерживают некоторые операции. Операция in – это поиск элементов в последовательности. Да? Вот у нас есть, допустим, 123 in A – это false, а, допустим, 2 in A – это true. Ну, потому что… Вот. Соответствующий метод называется индекс. Правда, он более жесткий. Если мы напишем A индекс 2, нет, не 2, 7, нам скажут, что это номер 3, а если мы напишем 17, то у нас вылезет исключение value error, потому что поиск 17 по списку А не дал никаких результатов. Вот. Поскольку список – это массив, и никаких других способов организации элементов внутри списка не применяется, поиск по списку в среднем имеет сложность n пополам, где n – длина списка. То есть поиск по списку линейный. Вот. Ну, умножение, сложение списков – это понятно, да? А умножить на 2 плюс 1, 2, 3 – все это очевидно. Значит, это конкатенация, собственно, и мультипликация. Вот. В отличие от кортежей, список – это штука модифицируемая. Мы можем написать что-нибудь типа «А второе равняется ку-ку». Вот. Более того, эта штука не просто модифицируемая, мы можем модифицировать в списке сразу некоторую подпоследовательность. Ну, допустим, напишем что-нибудь типа А равняется там вот как-то так, да, и написать А, допустим, со второго по шестой элемент равняется, ну, не знаю. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Вот. Обратите внимание, что поскольку мы использовали операцию связывания, то у нас справа вполне себе стоит любая последовательность, в данном случае кортеж. Этот кортеж распаковывается, и дальше из него формируется поэлементно, сформируется подпоследовательность нашего списка, которая вставляется вместо элементов со второго по шестой. То есть вот вместо этого должно быть ку-ку-ку-ку-ку. Давайте проверим. Так и есть. Нет, перебрал. Второй, третий, четвертый, пятый, а шестой не включается. Вот так, конечно. Спасибо. Вот. Ну, там есть еще более хитрая штука. Вы, в принципе, можете указать здесь еще шаг. Правда, в этом случае длина, количество элементов в последовательности справа должно совпадать с размером вашего сечения. Ну, это уже такая вещь довольно редко встречающаяся. Методы нашего списка, их довольно много. Значит, ну давайте прям посмотрим. Append – это добавить элемент в конец списка. Pop – где он тут? На букву P. Вот он. Это удалить элемент из конца списка и вернуть его, ну, метод pop его возвращает. Вот. Методы append и pop реализуют абстракцию stack. Это достаточно дешевая штука, потому что добавление в конец массива и удаление из конца массива – это достаточно дешевая операция, в отличие от удаления и добавления в начало. Вот. Поэтому
считается хорошей практикой использовать списки, питомские списки, как стеки, в которых можно что-то вот добавлять и вынимать. Вот. У метода pop есть необязательный параметр, откуда вынимать, но тогда, естественно, он перестает быть дешевым и становится, опять же, линейной сложностью, а не константой. Вот. Значит, метод count позволяет посчитать количество вхождений определенных элементов в наш список. A.count. Ну, допустим, 3 топора. Ни разу не входит. Это тоже ни разу не входит. Но это входит один раз. Ну, вот как-то так. Вот. А, допустим, 3 входит 2 раза. Вот. Метод индекс мы уже смотрели. Метод insert – это метод вставки в произвольное место нашего списка. Собственно, не забываем, что это массив и что сложность метода insert тоже линейная. Вот. Метод remove – это, соответственно, удаление элементов из списка. Опять-таки, элемента, смотрите, сейчас покажу. Метод remove – он сначала находит элемент, а потом его удаляет. Remove. Ну, допустим, не знаю, 7. Видите, да? А если я скажу вот так вот, то будет такой же value error, как в случае индекс. Вот. Метод extend позволяет дописывать в конец списка еще список. Вот. Что-то такое a.extend. И тут какая-нибудь последовательность, ну, скажем, не знаю, ну, давайте, да, ой, вот она, вот это 2, 3, 4. И, кстати сказать, то же самое действие происходит, когда мы говорим а плюс равно, ну, допустим, не знаю, там, давайте туда что-нибудь добавим такое, чтобы было видно хорошо, ААА, только в кавычках, ЗЗЗ. Помните, что такое плюс равно? В обычном случае плюс равно раскрывается в а равно а плюс что-то, но если у нас определен метод extend, то вообще говоря, вот операция добавления в такой элемент не равна операцию сначала вычисления суммы, а потом перекидывания имени. В данном случае отличие в том, что идентификатор нашего списка не изменился. Смотрите. Сейчас мы туда еще что-нибудь добавим. Ну, давайте уверим, что там в конце она стоит. Давайте еще что-нибудь добавим. Ну, не знаю. Три нуля. Вот у нас а, и вот у нас id от а наш. Видите, он не изменился. Вот. То есть в случае, когда мы можем добавлять или довычитать, или доделить, там вот эти методы называются и add, и div, и что-нибудь. Когда мы можем вызвать такой метод, и этот метод работает не так, как просто сложение с последующим перекидыванием имени, то, например, в случае, как в случае списка мы вообще этот сам объект списковый не модифицируем, а просто добавляем ему в конец нечто. Но это же можно сделать с помощью метода extend. Кстати сказать, вот тут было такое приключение. Один человек сделал домашнее задание как раз на последовательность look and say с помощью кортежей. Там, разумеется, была операция добавления чего-то в кортеж. Нет, там была операция... вот забыл. Не look and say, значит, какой-то другой был. Ну, неважно. В любом случае, была операция такая, взять один кусочек кортежа, взять другой кусочек кортежа, их сложить, и результат положить в то же самое имя. Там операция плюс равно выполнялась для кортежа. Вот. Так вот, операция плюс равно для кортежа выглядит так. Взять один кортеж, взять другой кортеж, вычислить их конкатенацию, убить два предыдущих объекта, а именем А назвать вот этот получившийся объект. Как вы понимаете, это работает, ну, существенно медленнее, чем операция плюс равно для списков, которые надо всего лишь добавить в конец несколько элементов. Вот. Да, это был look and say, да, точно. Вот. Соответственно, результат был такой, что просто по скорости не проходило. Там есть 100-500 элементов посчитать. Вот 100-500 элементов таким способом считалось дольше, чем ограничение по времени. Такие дела. Вот, это, кажется, все, что я хотел сказать про повторение.
Давайте посмотрим. Придется делать это руками. Или ну, в общем, нет, такого метода, как, чтобы прямо вот все вхождения удалить, нет. Так, что-то еще хотел сказать, им надо уже начинать. А, смотрите, вот еще один вопрос, который встал во время решения каких-то задач. Как моделировать с помощью списков многомерный массив? Вот. Значит, надо понимать, что многомерных массивов вы с помощью списков, настоящих многомерных массивов, то есть последовательностей объектов, которые лежат в памяти подряд, а вы по какой-то причине делите их на части и каждую часть считаете строкой, а потом следующую строкой, а потом следующую, таких массивов с помощью списков вы не смоделируете. Потому что список это сам по себе уже является таблицей, то есть таблицей ссылок на объект. Да? Понимаете? Вы можете только это сделать, полностью отказавшись от идеи двойного индексирования, сказать, вот у меня есть список на 100-500 элементов, значит, на самом деле он там, ну, понятно, да, 1005 элементов умножить на 100, да, и каждый раз эту арифметику сами, вот. Если вы делаете вот такую конструкцию, что-то типа матрикс равно, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то, разумеется, это не массив 2 на 3 или 3 на 2, не знаю, как вам удобнее, а просто список списков. То есть это список из двух элементов, в котором лежит два указателя на, или там ссылки, две ссылки на два других списка, каждый из которых состоит из трех элементов. Вот. С точки зрения расположения в памяти, да, есть разница. С точки зрения, вы помните, когда мы перебиваем одну ссылку другой, возможно, это происходит сразу со всеми элементами, да, вот если мы напишем что-нибудь такое, P равняется матрикс первое, да, и вот если мы сейчас скажем P первое равняется куку, то мы перебьем это и здесь, и, разумеется, здесь. Это был один и тот же объект. С этой точки зрения, да, это не двумерный массив, а вот список списков, как он есть. Но с точки зрения каких-то вычислений, до тех пор, пока вам не нужна мегаэффективность, мы вполне можем пользоваться вот таким списком списков, как двумерным массивом, писать что-то типа матрикс, ну, скажем, нулевое, первое. Да? Единственное, что вам надо понимать, что индексация идет сначала по номеру строки, а потом по номеру в строке. То есть, грубо говоря, сначала y-координат, потом x-координат. А во всем остальном, ну, вот себе, вполне себе двумерный массив. Вот. Это я к задачам, где надо было вводить массив, считать определитель, особенно к последней задаче, где нужно было посчитать определитель методом Доджсона. Вот. Там прямо надо будет возиться с вот этими массивами. Вот. Значит, что еще? Ну, кажется, все, кроме, за исключением того, что, разумеется, посчитать определитель с помощью модуля numpy можно в одну строку. Там есть просто такой метод – посчитать определитель. Вот, и в задачке про подсчет определительным методом конденсации Доджсона написано, как это сделать. Но, разумеется, в решении этого не должно быть. Я вам даже скажу по секрету, что в текущем окружении eJudge модуль numpy просто не стоит. Вот. Так что делайте пальчиком, тренируйтесь. А что там такое? Слушайте, напишите мне, да, давайте не на лекции это будем обсуждать, напишите мне, и я вам отвечу, если опечатка, значит опечатка, что, поправим, будет вам большое спасибо. А, нет, я еще одну вещь не сказал, и на этом мы заканчиваем. Я еще не сказал, что так же, как вы можете написать циклический конструктор генераторов, помните вот такую штуку, да, вот, генератор. Да?
этот генератор может сработать там for и это гор, да, for и in g. Это g просто. Print и вот. Так вот, как вы можете написать циклический конструктор генератора, вы можете написать циклический конструктор списка. И это будет прямо список, содержащий все эти элементы. Правда, в отличие от генератора, который будет их вычислять, в списке, разумеется, все эти элементы будут уже вычислены заранее. Ну, такой вот конструктор, где вот здесь может быть любое выражение, вот здесь любое выражение, ну и фильтр еще может быть, да, там. If. И не равно 2. Упс. Вот. На этом все. Сегодняшняя наша тема – это строки. Вот. В питоне. Мы этими строками довольно активно пользуемся. Ну, например, когда пишем программу, которая какое-то приглашение пишет. Ну, правда, для джаджа нам приглашение не нужно, но тем не менее. Да, если хотим что-то вывести на экран, мы ничтоже сомневаемся, пишем что-нибудь вроде print там бла-бла-бла. И это выводится на экран. Вот. Ну, чтобы сразу, прежде чем рассказывать про строки, как про объекты питона, давайте я расскажу про то, как они конструируются вот в этом самом принте. Ну, во-первых, вы можете написать так, а можете написать вот так. Питон не делает разницы. И то, и другое – это конструктор строки, то есть в кавычках и в апострофах. Вот. Нужно это для того, чтобы вы могли в свой конструктор включить, например, кавычки. Потому что если вы напишете вот так, будет немножко не того. Вот. Помимо этого, в питоне есть возможность задать так называемые многострочные строки. Извините за тавтологию. По-английски это будет multi-line strings, да, то есть там разные слова строка. По-русски это будет многострочные строки. Вот. Для этого вам нужно утроить кавычки и написать что-нибудь в таком вот духе. И тут можно теперь... Вон, обратите внимание, подсказка у питона сменилась. Дын-дын-дын. Ну вот. Это самые обычные строки. Давайте мы посмотрим на нее. А равняется, или там С равняется. Жип-ш. Ой, три кавычки. Ну или три апострофа тоже можно. Вот. Просто давайте вот так лучше посмотрим. Вот видите вот эту штуку? Вот эта штука — это такой печатное представление символа перевода строки. Да? Собственно, я уже говорил как-то, но возможно вскользь, что когда мы выводим на экран некий объект с помощью функции print, то если у этого объекта есть метод str, ну, бла-бла, str, бла-бла, то вызовется этот метод для преобразования его в строку, и эта строка будет показана. Если нет, там Python как-то сам разберется. А вот когда мы в командном интерпретаторе берем и просто выводим имя объекта, вернее, вводим имя объекта, и нам в результате показывается его строковое представление, это строковое представление берется не из метода str, а из метода repr. Бла-бла, repr, бла-бла, бла-бла, если он вообще указан. То есть, на самом деле, вот это. Там бла-бла еще в конце. О! Только давайте его print сделаем. А то, видите, что он сделал? Он мне... Вот. Обратите внимание, что произошло, когда я сказал s.repr. Была сгенерирована новая строка, и от нее было вывезено представление. То есть пришлось, значит, вывести еще апострофы, ну, потому что они входят в представление. И вот здесь вот было выведено backslash, который превращается в один символ backslash, и n. С этим бэкслэшом вообще ситуация следующая. Если вы в константе используете бэкслэш, он интерпретируется как так называемый квотирующий символ, и после него значения того, что там написано, могут быть не такими, как вы думаете. То есть вот бэкслэш n, да, давайте прям print напишем. Print. Это перевод строки.
Допустим, backslash b. Так. Все видят, что тут произошло? А вот этой буквы F не видать. На самом деле было выведено ASDF, потом курсор сдвинулся на одну позицию влево, и поверх этого F было выведено еще раз ASDF. Вот. То есть это символ backspace, который, когда вы вводите, он еще и затирание символа делает. На самом деле он делает просто backspace, да? Один пробел назад. Вот. То есть на самом деле там буква F есть, ну, была, она была выведена. Вот. Ну и всякие такие штуки, вот их там в количестве. Кого еще вспомнить? Нет, такого нету. Т. Спасибо, да, табуляция. Вот. Вот это та самая табуляция, против использования которых я активно агитирую в питоне, потому что, я имею в виду при программировании в исходном коде, потому что это символ такой немножко неоднозначный. Вот. Почему здесь столько пробелов? А потому что вот эта позиция, это знакоместо находится на позиции кратной 8. Табуляция, значит, это такая штука, которая... Ну, видно и так дальше. С помощью, можно еще backslash R нарисовать. R. О, видите, что произошло? Значит, backslash R — это так называемый символ возврата каретки, который переводит курсор в начало строки. И дальше у нас... Вот. Кстати сказать, этот backslash R можно использовать в каком-нибудь таком вот варианте. И in range от, ну не знаю, там 10 000, здесь написать print и end равняется backslash r. А, слишком долго, слишком быстро. О, видели? Там счетчик щелкает. Ну вот, для того, чтобы там такое вот выводить. Что? Смотрите, когда компьютеры были большие, деревья маленькие, компьютеры управлялись с помощью такой штуки, которая называется терминал. Терминал – это устройство, которое передает алфавитно-цифровую информацию. Это алфавитно-цифровая информация. Терминалы эти самые изготавливали те же самые люди, которые изготавливали печатные машинки. Печатные машинки, табуляция, это, знаете, такие прищепчики, такие, они называются табулостопы. Вы их расставляете, как хотите, на печатной машинке. И дальше нажимаете символ клавиши табуляции, и у вас каретка подъезжает к табулостопу очередному. То есть табуляция – это свойство того устройства, на которое вы выводите текстовую информацию. К сожалению, это не изменилось. Мы заранее не знаем, какого размера табуляция. Поэтому мы хотим, чтобы она была размером 8, потому что если мы еще и это не будем знать, то будет все страшно. Именно поэтому я рекомендую в питоне вообще не использовать табуляции по мере возможности, ну, только разве что для вывода вот таких вещей. Вот. Три. Да, три. Просто четыре способа представления строки. Значит, с одинарными кавычками апострофами и с тройными кавычками апострофами. И с тройными это многострочные строки. Ну вот, значит, раз уж пошел такой разговор, обратите внимание на вот этот бэкслэш. А, все хорошо, но если я хочу много бэкслэшей в своей строчке, напечатать что-нибудь такое. Вот, хочу напечатать вот такое, да? Оно напечаталось. Ну хорошо. Хорошо, вот как-нибудь вот так, да? Вот каким-то backslash A куда-то делся, backslash B куда-то делся. Короче говоря, символ backslash, сам по себе символ backslash не работает. Надо писать 2. Неудобно, да? На самом деле я не хочу, чтобы ни один мой символ интерпретировался как управляющий. Тогда я могу написать в начале строчки... Чё? Бэкслэш все равно. Да. Еще раз. Бэкслэш R — это просто переход курсора на начало той строки, на которой он находился. При выводе строки на экран будет произведена такая штука. Это как если бы вы взяли и оттащили каретку печатной машинки
на начало, не провернув ее вниз. Вот и все. Он поэтому называется символ возврата каретки. Символ перевод строки и символ возврата каретки – два разных символа. Перевод строки, да, перевод строки, возврат каретки. Строку переводим, каретку возвращаем. Посмотрите, как устроена механическая печатная машинка, вам откроется. Вот. Это запутался. Значит, ну так вот, смотрите, модификатор R от слова row – необработанная строка. Модификатор R бэкслэш только в одном месте, как видите, понимает, когда говорите бэкслэш кавычки. Во всех остальных случаях он ни один из символов не считает управляющим и тем самым облегчает нашу жизнь. Итак, мы можем конструировать строки. Давайте все-таки посмотрим, что собой представляют строки как объект Python. Ну хорошо, S равняется, ну, так и строк. Давайте посмотрим вот так. Ух, как много у нее методов и как много пользовательских методов, обратите внимание. Но нас сейчас интересует не это, нас сейчас интересует вот что. Нас интересует вот это, что означает, что эта строка является последовательностью. И вот это. Что означает, что строка является индексируемой последовательностью. Значит, мы можем сделать вот так. Индексируемая последовательность. По всей видимости, мы можем взять и сечение. И даже вот так. Все это работает. То есть строка является полноценной последовательностью. Вот. Естественно, строку можно засунуть в любое место, где происходит распаковка или итерирование. Можно написать, например, A, B, C равняется, и мы получим строку, распиленную по элементу. Вот. Естественно, что еще можно сделать? С последовательностью с нашей. Ну, можно ставить ее, конечно, в цикл for. Это очевидно. Вот. Элементами строки являются что? Строки единичной длины. И в этом некоторая особенность языка программирования Python. Вот. Элементами, скажем, списка или кортежа или там чего-нибудь еще являются произвольные объекты. Элементами, допустим, рейнджа являются числа. Элементами строки являются строки единичной длины. Вот. То есть мы можем написать что-то типа s, допустим, пятое, нулевое. Ну, вы меня поняли. Потому что этот объект тоже будет строкой. Давайте посмотрим на наше S. Это не должно нас удивлять. Никто не гарантирует, никто не клялся, что метод getItem должен обязательно возвращать элемент какого-то определенного типа. Вот как написан метод getItem, так и будет работать. С точки зрения работы со строками, конечно же, удобнее, чтобы строки возвращали, что элементами строки являются строки, не вводить какой-то отдельный тип char, вот все вот это. Вот. Как с отдельным тип char работать, я покажу. Значит, так что элементами строки являются строки, соответственно, вот такая конструкция, ну, типа 5.6, и вот такая конструкция возвращает всегда одно и то же. Всегда ли она возвращает одно и то же? Вопрос к вам. Я бы сказал, что если нет пятого элемента. Если, смотрите, вспоминаем, вы правильно, вектор вашего размышления правильный, а вот воспоминания вас подвели. Операция сечения как раз выдает сечение, невзирая на границы нашей последовательности. И если указанные границы находятся вне последовательности, она просто выдаст пустую. Вот. А вот операция индексирования, разумеется, нам скажет, что так делать нельзя. Вот. А в остальном, если
начало сечения, ну, если этот индекс присутствует в... элемент с этим индексом присутствует в строке, то что сечение, что строка, что сечение один элемент, что строка из одного элемента, это одно и то же. Вот. Еще одна особенность строк. Да, ну, естественно, строки умножать, складывать, это мы на первом занятии, то есть на первой лекции мы это делали. Да. Все это понятно. Еще одна особенность строк состоит в том, как работает операция in, то есть как работает операция проверки принадлежности. Ну, мы помним, что мы можем написать что-то типа 5 in 1, 2, 3, 4 и получить... Надо здесь указывать скобочки, извините. И получить false. Ну, или вставить туда 5 и получить true, да? В случае строчки, да, и в случае последовательности типа список или кортеж, операция in означает проверки наличия элемента внутри этой последовательности. В случае строк операция in проверяет нахождение подстроки в строке. То есть мы можем написать не только, допустим, e in, наша строчка s, но также и, допустим, e, что там, rt. S, да? А это false. Вот. Опять-таки, почему бы и нет? Так что со строками работать, разумеется, намного удобнее, когда у нас есть встроенная в язык функция проверки вхождения под строки в строку. Вот. Такие вот дела. Да. Смотрите, с использованием z-функции, если мне не изменяет память, алгоритм поиска под строки в строке линейный. Я надеюсь, что... Да, я думаю, что в Python используется z-функция. Ради этого, собственно, этот метод и введен. Да? Чтобы мы не мучились и не реализовывали ее пальцами. Вот. Потому что это не так просто. Вот. Так. Точно так же, как и любая другая последовательность, строка может быть распакована, а это я показывал, она является последовательностью, короче. Везде, где можно проитерировать по последовательности, можно вставлять строку. В этом смысле строка ведет себя немножко похоже на кортеж, только кортеж из строк единичной длины, ну и с кое-какими плюшками вроде операции in. На самом деле... Самое главное, что у нас есть в строках, это их встроенные методы. Ну, помимо уже известной нам операции. Видали их тут сколько? Вот. Даже не знаю, с чего начать. Тут довольно много методов достаточно бессмысленных. Ну, например, вот почему он ее сложил? А, ну, наверное, не знаю. Я не знаю, что он делает. Давайте почитаем. Но я не думаю, что это очень полезный метод. А, вот оно что. Смотрите, это на самом деле полезный метод. Метод caseFold преобразует строку в такой вид, в котором две строки, где разные буквы в разном регистре, превращаются в буквы одного регистра. Это не то же самое, что, скажем, сделать toLover или toUpper. Вот. Потому что у вас могут быть в языке какие-то хитрые буквы, допустим, существующие только в одном регистре или еще чего-нибудь. Вот вместо того, чтобы пальцами делать что-то типа s.upper и потом его сравнивать один upper и другой upper, да, введен специальный метод caseFold, который вам приводит, ну или lover, да, который делает примерно то же самое, что делает lover, но в некоторых случаях, для некоторых языков, да, он... Ну, короче, он делает так, что если две строки друг другу равны без учета знаков, то вот эти две строки, вот эти две строки, casefold, закейсфолжены, будут равны друг другу один к одному. Вот. Есть группа, например, форматирующих операторов. Ну, допустим, так. У нас, допустим, есть а, там, не знаю, кве, да, а, точка, не знаю, центр. Ну, догадайтесь, что сейчас будет.
надо. А если еще и вот так, то будет вот так. Ну и, соответственно, там есть L-just, R-just. Это, соответственно, прибить к правому краю, прибить к левому краю. Все это, в общем, понятно. Вот. Разумеется, есть метод count, как он есть в любой последовательности. Это посчитать количество вхождений. Ну, допустим, что-то типа A.count. Это S у нас. S.count. Ну, допустим, того же E. Будет входить два раза. А вот... как мы помним, операция проверка вхождения работает также и для подстрок. Соответственно, метод count может посчитать количество подстрок ER в строке S, что, в общем, кстати, мне интересно, что будет, если я напишу вот так. ER, ER, E. А здесь ERE. Вот их будет две или одна? Их будет одна. Понятно почему. Вот это вхождение, это первая строка, больше нет. Вот. Понимаете, да? Как если бы мы их разбивали на части. Просто особенность работы алгоритма, ну просто вот имейте в виду, что это так. Это что касается count. Ну, естественно, работает команда index. Да, s.index.e. Вы помните, что команда index у нас, вернее, метод index у нас может сделать вот такое. Чтобы такого не произошло, поскольку поиск по строке не всегда обязан заканчиваться, есть еще, заканчиваться удачей, есть еще метод find, который возвращает, который работает как индекс в случае, если соответствующее вхождение есть, и который возвращает минус единицу в случае, если вхождения нет. Вот. Ну, просто проверяйте, да, и все. Что там у нас еще есть? Еще есть... нет, от S. Еще есть довольно много методов, которые начинаются на is. Вы видали их сколько? Это проверка свойств символов, из которых состоит строка. Является ли строка последовательностью алфавитно-цифровых символов, букв, десятичных цифр, цифр вообще. Кстати, последовательностью или одним? Ну-ка, давайте проверим. E.isDigit. False. Да. А 9, естественно, true. 9E тоже false. А 9, 0, true. Ну, короче, десятичных цифр. А, слушайте, у isDigit, наверное, параметры есть. А я тут выпендриваюсь. Ну-ка, давайте посмотрим. Чё? А, я ее вызвал. Нет, просто isDigit. Числа и все. Ну и ладно. Да нет, я думаю, что нет. Да бог с ним. Значит, надо почитать документацию, там написано. Я просто сейчас не хочу углубляться. Что? И то, и другое. Ну, слушай. Короче, бог с ним. Давайте мы это обсудим потом, просто чтобы лекция не тормозила. Ну вот, значит, из identifier, помните, идентификатор, последовательность букв, цифр, символ, подчеркивание, начинающийся не с цифры, да? Вот. Lover, ну и numeric. Ну, короче, вот это. Вот еще одна, кстати. Из numeric. Нет, ну у меня это определенно. Нет, определенно. Определенно смущает. Ну ладно, десятичный так десятичный. Ладно, фиг с ним. Я верю. Вот. Из space, довольно важная функция из space, которая возвращает, является ли данная строка разделителем. То есть, смотрите, из space, это значит, что там может быть и табуляция, и перевод строки. False, да? А вот если тут будет пробел, табуляция, перевод строки, ну, да, давайте мы тут сделаем все-таки такое, да. Можно, если
смысле число? Написать 0x? Нет, 100. Да нет, нет. Смотрите, идея в том, что это все должны быть цифры. Вот. Так, короче, проверка на то, представлением чего является наша строка. Перейдем к более... ну вот еще одна такая, почему-то я ее раньше не замечал, функция, самая последняя, the fill, которая делает следующее. Допустим, у вас есть представление числа 45, да? Нет, 42, конечно. Вот. А вы хотите, чтобы оно было шестизначное. Значит, как сделать из этой строки представление шестизначного числа? Посчитать ее ширину, вычесть эту ширину из 6, умножить 0 на это, на результат, и прибавить этот результат в начало. Очевидные действия, но проще написать вот так. ans.zfill. Сколько? 6 мы хотим? 6. Забить нулями все, что недостающую длину. Вот. Гораздо проще. Более интересные штуки. Более интересные штуки, потому что они, с ними связана работа с вводимым текстом. Ну, например, я уже говорил, что в третьем питоне использование табуляции в тексте – это такая, ну, практически, это нерекомендованная практика. Вот, во втором питоне еще, как бы сказать, к этому относились немножко более лояльно. Вот, и даже Гвидо наваял специальную функцию, которая называется expandTabs, которая пыталась догадаться, вот эта смесь пробелов и табуляции на самом деле сколько пробелов составляет. Функция эта осталась. Вот она. То есть, если вы напишете что-то типа пробел, expandTabs, по-моему, так. А, expand, вот здесь. О, видели? Вот она сделает какое-то количество пробелов, которые... Давайте посмотрим, какое. Какое-то количество пробелов, которые с ее точки зрения это соответствует. Ну как? Я бы сказал, что их должно быть 8 плюс 8, еще 2 в конце, 18, да? Вот их и есть 18. Вот этот пробел не в счет, потому что эта табуляция переместит до знака места кратного 8, значит... Это 8, это 16, еще 2, 18. Ну, вот так она и сделала. Вот. Что? Смотрите, что такое табуляция? Это перемещение курсора на позицию кратную 8. Если перед этим было 3 пробела, то он все равно будет перемещен на позицию кратную 8. Вот поэтому-то она и не считается. Вот если бы там было не один пробел, а, скажем, 9, тогда бы, значит, предыдущие 8 бы посчитались. Но это не очень интересно. Более интересно, на самом деле, функция strip, который позволяет обрезать пробельные символы, те самые, которые из space, пробельные символы с краев нашей строки, например, если мы ее ввели. Вот. Ну, например, что-то такое, там, допустим, s у нас равно пробел, перевод строки, ну вот так, да, s. А s.strip, у нее будет слева обрезанный пробел. Довольно удобно, потому что иногда бывает, что эти пробелы лезут, или переводы строки еще, что еще хуже. Давайте, s равно, допустим, только давайте вот так, да? О! Вот, видите? s.strip. Вот, чистая и сухая. Обратите внимание, что пробелы и переводы строки внутри строки, разумеется, никто не трогал. Вот. Довольно удобно. Еще более интересная функция – это функция замены, поиска и замены. Давайте мы опять-таки что-нибудь сделаем. S равно что-нибудь такое. Да, я понял, я забыл кавычки. Вот. S.replace. Ну, допустим, Q. Только, опять же, я забыл кавычки. Q на
не знаю, 2 минуса, 3 минуса. Нет, не имеет. Я с этого начал. Во всех случаях не имеет. Разница только в том, что вы хотите внутрь написать. Если внутрь хотите написать апостроф, значит снаружи должны быть кавычки, иначе будет синтаксическая каша. Бэкслэш пишите. Смотрите, можно сделать вот так вот. Вот такой, вот такая последовательность означает, собственно, вот этот символ, чем бы он ни был. Если только она не управляющая. Вот. Ну так вот, функция replace заменяет все, или может быть одно, давайте посмотрим. О! На самом деле у нее, видите, есть еще параметр сколько. Функция replace заменяет в нашей строке все или первый n вхождений вот этой строки на вот эту строку. Ну вот в данном случае она заменила все. Если бы я здесь написал один, был бы один. Такие дела. Значит, имеющий отношение к этому функция, метод, который я обычно не рассказываю. Сейчас скажу, как он называется. У меня даже в плане отсутствует. Но я все-таки про него вспомнил. Значит, он нужен. Называется он partition. Вот, смотрите, s равняется q минус s.partition по минус. Вот, значит, это такой способ разбить, это знаете, для чего используется? Например, для анализа командной строки. Мы разбиваем нашу строку на 3 части с помощью разделителя. Посредине вторая часть – это сам разделитель, первая часть – это то, что стоит до него, третья часть – то, что стоит, все, что стоит после него. Вот. Собственного смысла эта штука не имеет, а имеет она смысл только когда вы циклически обрабатываете строку и делите ее на куски. Как правило, здесь, конечно, не... здесь, конечно, пробелы, например, да, вот. Ну, только понятно, у нас нечего разбивать. Ну, вот примерно так это выглядит, да? Мы разбили на 3 части. Начало, разделитель... и весь остальной хвост. Вот. Еще более интересные функции, на которые я хочу отдельно остановиться, это пара функций split и join. Как раз мы к ним подъезжаем. Смотрите. Что, простите? В следующий раз погромче говорите, потому что, правда, очень плохо слышно отсюда. Парочка функций split и join. Значит, вот у нас есть... строка s, если мы скажем s.split, мы получим, внимание, список слов в этой строке, то есть список последовательностей непробельных символов. Смотрите, тут правда было все хорошо, но в принципе мы можем написать вот так, там табуляцию вставить, вот, видите, табуляция, и все равно наш split нам вырежет именно слова в нашей последовательности, то есть список последовательностей, список строк, состоящих из непробельных символов. Вот. Можно спросить, вот, допустим, у нас же сейчас все задания обычно вот через запятые. Ну да. Да, разумеется. Смотрите, мы вводим через запятые, потому что мы пользуемся волшебной таблеткой под названием eval. Вот. Чтобы вам не мучиться отдельно обработкой ввода, да, вы просто вводите нечто, что напоминает конструктор питоновского кортежа, а именно объект через запятую. И эти объекты потом счастливо с помощью eval получаете и используете. Если мне захочется над вами поиздеваться, да, конечно, я скажу, а вот теперь мы числа вводим через пробел. И да, нам придется делать сначала сплит, а потом еще преобразование типов в цикле. Если вы этого очень хотите, могу с сегодняшнего дня так делать. Вот. Но у меня были другие планы. Нет, давайте лучше отдельную задачу.
Давайте, давайте, да, хорошая идея. Тем более, что, мне кажется, одна задачка еще не допридумана. Вот как раз она будет простая задачка на какой-нибудь анализ. Вот, хорошая идея. Значит, функция сплит. Вот то, что получается в результате функции сплит. Ну, L, скажем, да? То, что получается в результате функции сплит, это список строк. И его можно взять и, допустим, превратить обратно в строку, склеить обратно в строку, но вставив между этими словами произвольный символ, даже, я бы сказал, произвольную строку. Ну, скажем, вот так. Что-нибудь типа dindins.join от L. Вот. Обратите внимание, что join – это метод не списка строк, да, а метод разделителя. Мы говорим разделитель.join, и дальше список строк, и у нас они склеиваются обратно вот через этот разделитель. Надо сказать, страшно удобная штука, потому что иначе там вечно какой-нибудь off by one возникает. Да, вы понимаете, у нас 10 досок в заборе, 9 дырок в заборе, да? 9 щелей между досками. Значит, вот этих разделителей на один меньше, чем всех элементов. Значит, когда вы пишете цикл, надо как-то вот это дело учитывать. Ну или, по крайней мере, думать об этом. Вот. Ну, у нас есть о чем подумать при решении задач, поэтому, чтобы не думать над этим, есть метод сплит и метод join. У метода сплит есть другой способ работы, когда вы ему задаете параметр. Он принципиально другой, отличается вот чем. Смотрите, сейчас наш сплит работает так, как в любой командной строке работает разделение на слова в командной строке. А именно, мы удаляем все пробельные символы и получаем последовательность, список строк, в каждых из которых содержатся слова, то есть все пробельные символы. Удаляем пробельные, остаются непробельные. Метод сплит может работать так же, как работает метод partition, то есть разделять строку, где у нас строка S, давайте посмотрим, что в ней есть. В ней есть, например, буквы A. Мы можем сказать так, s.split, а в качестве разделителя используем строку A. И получим аккуратно распиленную на части последовательность строк, в которых нет ни одной буквы A, потому что A был разделителем. Вот. Но, в отличие от работы функции сплит без параметров, если, допустим, в нашей строке будет встречаться несколько разделителей подряд, ну, давайте напишем что-нибудь типа... Ну, это я зря. Вот, чтобы они все были разные. Вот. И, скажем так, s.split по подчеркиванию. Да? То мы получим честное разделение на куски, разделяемые одним подчеркиванием. Если идет два подчеркивания подряд, со всей очевидностью между ними стоит пустая строка. Вот. Тут было два подчеркивания, значит, вот это первый разделитель. Надо думать, вот это второй разделитель, а это третий. Так что у нас получилось до первого разделителя, до второго, до третьего и после третьего. Все честно. Вот. Значит, различие работы метода split с параметром и без состоит в том, что в случае, если он запускается без параметров, то удаляются все непробельные символы, а в случае, если он запускается с параметром, то удаляется ровно один разделитель, и все, что справа и слева от него, считается, собственно, тем куском, который этот разделитель разделяет. Вот такие дела. В real life очень часто приходится пользоваться сплитом и джойном. Прям вот часто. Ну, допустим, ну не знаю, самый простой способ, когда нужен джойн, просто вот нужен. Это если вы хотите вывести какой-нибудь массив. Вот. У нас есть какой-нибудь массив? У нас есть какой-то массив матрикс. Вот давайте мы из него сделаем строку. Как из него сделать строку? Но со всей очевидностью мы можем написать, допустим, так, давайте начнем, или это чуть, о, слушайте, давайте эту тему подвесим, мы к ней вернемся, так главное не забыть, вот.
Есть еще метод, который называется split lines. Давайте по нему посмотрим. Я им пользуюсь редко. А, ну это всего лишь сплит на разделение на строки. И хитрость состоит в том, что вы можете сказать, вставлять перевод строки в такую строку или нет. Вот и все. Мы об этом еще будем говорить, когда будем говорить про файлы. Вот. Ну, главное, это, конечно, сплит и join. Значит, советую в этом деле потренироваться. Может быть, я попробую, кстати, устроить домашнее задание на эту тему. Еще одна важная тема, довольно длинная, соответственно, всю ее не расскажу. Это форматирование строк с помощью метода формат. Простой способ форматирования строк с помощью метода формат заключается в следующем. Вы берете нечто, что будет называться строкой форматирования. FMT. Ну, неважно. Можно назвать, можно не назвать. Пишите в ней, что хотите. Ну, например... Или там, не знаю. Вот. А в том месте, где вы хотите, чтобы в этой строке было вставлено значение каких-то выражений, пишите вот такие скобочки. Дальше пишите формат. И передаете туда, этому формату, столько, кстати, по-моему, можно и больше. Ну, как минимум, столько параметров, сколько было у вас скобочек в строке форматирования. Кстати, можно больше? Давайте проверим. Можно. Вот. Просто он никуда не приехал, этот 8. Вот видите, что произошло? На место первых скобочек вставился первый параметр, ну, в смысле, нулевой. На место скобочек номер 0 вставился нулевой параметр, на место скобочек номер 1 вставился первый параметр. Вы можете вручную указывать, какой параметр использовать здесь. Например, здесь поставить номер 2. Чему у нас равен номер 2? 8. Че? А, тогда вы должны это везде сделать. Во. Кстати сказать, это довольно удобно. Вы можете указывать вот этот параметр номер сколько хотите раз. Вот. Что отличает в лучшую сторону от форматирования в старом стиле, который, быть может, кто-то из вас знает про Python с помощью операции процент, как в C. Вот. Здесь, видите, какая штука. Поскольку вы их указываете явно, эти номера, вы их можете указывать сколько раз, сколько хотите. Но это еще только начало. Потому что на самом деле для вот этих спецификаторов параметров существует целый язык, на него будет ссылка в материалах лекции, целый язык описания, как именно его выводить. Например, вы можете вывести его в шестизначном виде. Бэмс. Это шестизначное число, если кто не помнит. Вы можете вывести его в шестизначном виде и при этом сказать, что он будет занимать 10 знакомест. Помните функцию метод zeroFill? Вы можете сказать, что не просто 10 знакомест, а еще с заполнением нулями. Или в десятичном. Или в восьмеричном. Октал. О! Или в двоичном. Правда, тут знакомест больше 10, потому что двоичное число оказалось больше. Ну, можно сделать вот так. Вот, кстати, один из немногих языков программирования, где перевод в двоичную систему выглядит, ну, вывод в двоичном виде выглядит вот настолько просто. Нет, правда, есть еще функция binary, конечно. Она есть? Нету. Есть только hexadecimal. Вот hexadecimal есть. Но он тут еще 0x пишет.
Потому что я, может быть, не рассказывал, константы, 16-ричные константы в питоне вводятся вот так. А? Бин, а не бин, байнери, спасибо, да. Ну, это всем известное число дед биф. Вот, бин, говорите, да? Спасибо большое. Вот. Но функция bin, функция hex, они довольно жестко форматируют, так как им написано на роду. А вот здесь вот вы можете управлять, вы можете говорить, сколько знакомест, вы можете говорить, нужны ли вам нули лидирующие, ну и так дальше. Вот. Еще хуже язык описания для вещественных чисел, потому что там еще можно указать, сколько после точки, сколько перед точкой. Ну, давайте попробуем, чтобы не быть голословными. 5 f точка формат раз, два, три, четыре. 5, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Только тут лишнее. Ну вот, все как я сказал. Интересно, если вот так сделаем. Ага, все как я сказал. Всего 10 после точки 5. Или еще лидирующие нули. Ради прикола. Ну и да, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Если вы хотите, чтобы они, например, выводились в формате вот таком, ну, не таком. Вот такой, понятно. Вот, в таком. Да? А, я вспомнил, G это универсальный формат. А когда вы хотите, чтобы четко он вводился в таком, надо говорить E от слова экспонент. Вот, точно. Вот. Ну, в общем, и этого еще не все. Значит, чтобы окончательно рассказать все, что я помню наизусть про это дело, вы еще можете вот эту вот строчку с нуля, с пробелами, вот это, прижимать к правой или к левой стороне, написать что-нибудь такое, двоеточие, вот так. А, это и так будет работать. Да? 10. Это и так будет работать? Или к левой стороне? А посередине я не помню как. Ой, нет. Это он заполнил. Сейчас покажу. Вот посередине, по-моему, вот так. Да, точно. А еще можете указать символ, которым заполнять. Все, мне надоело. На самом деле там еще все круче. Вот. Как видите, довольно богатая фантазия была у людей, которые все это фантазировали. Вот. Посмотрите в документацию, как, что еще там можно сделать, но этого нам вот вполне хватит для того, чтобы. Да. Это функция форматирования, метод форматирования. Вот. На самом деле я не рассказал и половины того, что умеет этот язык. Отчасти потому, что мы еще не прошли словари, потому что там еще можно указывать словарь и по именам обращаться к параметрам. Ну, это уже потом. Вот. Зато мы теперь можем поэкспериментировать. Где у нас там матрикс наш? Давайте прям напишем какой-нибудь. Только не 4, а 0. Да? Какой-нибудь примерчик на сегодня напишем. Значит, матрикс. Eval input. Будем, это input. Будем вводить матрицу. Ну, на самом деле мы будем просто вводить матрицу размером сколько-то на сколько-то. Вот. И давайте мы ее выведем в виде строчки. И эту строчку сначала сформируем, а потом одним принтом выведем. Как это сделать? Ну, наверное, так. Написать что-то вроде что мы можем написать? Мы можем написать следующее. Мы можем составить итератор, сказать что-то типа str от matrix it, даже не так, от элемент, от e for e in matrix
так. Только здесь скобочка. Вот здесь вот скобочка. Вот. Это будет итератор. Давайте мы его напечатаем. Ну, что его печатать? Это итератор. А вот теперь мы напишем что-нибудь типа, ну, не знаю, там, минус, нет, не минус, две точки, точка, join, join от этой всей ерунды. Вот. И вот теперь мы получим строку, да, в которой мы просто введенные нами элементы, лежащие в списке matrix или в чем-то там индексируемом matrix, переведем сначала в строки, а дальше заджойним это через две точки. Что? Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Мы ее не выводим, спасибо. Res равняется. Да? И print res. Print. Два, три, четыре, пять. О! Значит, что мы сделали? Мы перевели каждый из них в строку, составили из него генератор. Генератор является последовательностью, поэтому его можно передать методу join на вход, последовательность строк. И эти строки поджойнились, между ними было вставлено по две точки. Теперь давайте больше извращения. Теперь давайте сделаем, собственно, матрицу, то есть многомерный массив. Что для этого нужно сделать? Ну, для этого нужно ввести, соответственно, что-нибудь типа такого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и три, четыре, пять, какая разница? Семь, восемь, девять. Ну и там, не знаю. Упс. Вот. Давайте это запомним. Но мы не этого хотели. Мы хотели, чтобы она как массив вывелась, да? Поэтому мы здесь... Что сделаем? Мы возьмем эти строки и поджойним их через перевод строки. Напишем вот так. \n.join от вот этой всей фигни. For. Тогда тут не matrix, а просто L. Ой. Да что ж такое? Не ту кнопочку нажимаю. Вот тут вот просто L, да, а вот здесь вот for L in matrix. Тыдыщ. Вуаля. Конструкция уже немножко сложная, но если читать изнутри, то все понятно. Давайте сначала внутренность смотрим. Итератор по некоторому списку L, который преобразует все эти элементы списка L просто в строки. Join, последовательности, да, он не обязательно список. Joining, то есть склеиваем все эти строки в одну с помощью двух точек. Выясняется, что это все является итератором по некоторому списку matrix, по некоторой последовательности matrix, а L является ее элементом. Да? Поскольку у нас результатом вот этого является строка, то результатом этого является, собственно, последовательность строк. Мы ее джойним с помощью перевода строки, получаем вполне себе приличную штуку, вот, которая выглядит так, как вы видите. Такая вот картина. Не успеваю я сегодня разобрать задачу. Такая фигня. Значит, смотрите, тогда я разбор задачи сделаю офлайном и пришпилю к этой лекции. Вот. Всем очень рекомендую туда смотреть, чтобы было понятно, почему оно такое. Может быть, тогда я попробую спланировать следующую лекцию с разбором задач, вообще с разговором о стиле программирования. Ну, просто я очень хотел рассказать сегодня про строки. Строки – это важно. Так. Про это я рассказал. Последнее, что я хотел сегодня рассказать, это про то, что на самом деле, смотрите, строки в питоне не такие простые конструкции, как нам могло показаться прямо сейчас. Смотрите. Вот если я напишу что-нибудь типа такого. Str равняется как-нибудь вот так. Да что ж такое?
что мне, кто мне выключил, кто вообще убрал русские буквы отсюда? Кому сказать спасибо? Вау. Окей. Ну теперь-то она работает? Нет. Ну, я так не играю. Ну-ка. О. Так, это питон третий. А что он мне тогда не... Ты что ж такое? Не, я так не играю. Я знаю, кто-то загрузил эту штуку в... Нет. Тут работает. Ну, обидно. Вот. А, Си. Кто сказал, что LCTPC? Вот, вот. Ну, ладно. Хорошо. Секунду. Сам не по... Надо будет донастроить. О! Вот теперь все пойдет. Я надеюсь. Да. Вот. Значит, вот смотрите. Я как раз хотел показать с русскими буквами. Ну, для начала, я, кажется, уже приводил пример... Я уже приводил пример, что в питоне можно переменные называть, имена давать объектам. Из, на родном языке. Ну, вот. Это я уже, по-моему, говорил. В третьем питоне, во втором нельзя. Главное, что я хотел рассказать сегодня, это две вещи. Что на самом деле, вот смотрите, вот, вот эта строка S, какая у нее длина? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять символов. Внимание, вопрос. 9 чего? Сколько места в памяти она занимает? Причем, я так думаю, прям вот реально больше. Вот если не больше. Сейчас посмотрим. Вот, видали, как много? Ну, правда, это еще и всякое описатель строки, еще что-то. То есть тут много чего хранится в памяти. Но смотрите, вот она была 92. Давайте добавим еще одну русскую букву. Вот настал 94. Кто сказал 2 байта, был прав. Да? Значит, при добавлении одной... давайте добавим туда не русскую букву. Давайте точку добавим. Это не точка. Все равно 96. Правильно. На самом деле правильно. На самом деле правильно. Итак, строки в питоне хранятся вообще не по байтно, а сразу перекодированы в Unicode. Ну, что бы там о питоне, питон не думал о Unicode, бывают там варианты, когда 24-битный Unicode, а бывает, когда 16-битный. В данном случае 16-битный любой символ занимает 2 байта. Это довольно удобно. По сравнению с ситуацией, когда любой символ занимает неизвестно сколько байтов. А мы все знаем, что современная кодировка, скажем, UTF-8, в ней символы содержат неизвестно сколько байтов. Вот. Проблема некоторая состоит в том, что это внутри питона все строки хранятся в Unicode. А в вашей операционной системе, если это Linux, все строки кодируются в кодировке UTF. А если это не Linux, то черт знает в какой. В Windows их 4 кодировки. Нет, 3. Три. Одна в консоли, одна Windows 1251 и, собственно, Unicode. А, 4, еще есть у CS16. Вот. 4. В какой именно, как фишка ляжет, в зависимости от того, откуда будет прочтено. Вот. Поэтому, на самом деле, мы, помимо строковых
в Unicode лежащих констант, должны еще уметь работать с побайтовыми строками, со строками, про которые мы не знаем, в каком виде они там вот на самом деле валяются. Более того, что значит должны? Мы это делаем всегда, когда мы вводим и выводим. Когда я говорю print вот эту самую зю-зю-зю, да? Уже в этот момент происходит преобразование из Unicode, в котором эти буквы хранятся в питоне. При выводе на экран в ту кодировку, которая у меня по умолчанию включена. Включена у меня, ее сам при вас включал. UTF-8. На самом деле все еще хуже. Эти-то буквы тоже были в UTF-8. То есть, когда мы их вводили, они были в UTF-8. Потом они были перекодированы в Unicode, хранились в Unicode. Программа работала с Unicode, все было хорошо. А когда мы их выводили, они опять перекодировались в UTF-8. Для питона есть понятие строка и перекодированная строка во что-то. Поэтому s.encode, вот это уже побайтно выведенная наша строка. Видите? Кве, а дальше идет буква F, двухбайтная кодировка UTF-8. D0 признак секции кириллических языков. И B7 номер в секции. D1 тоже на самом деле признак секции кириллических языков. И 8E номер в секции. Ну и так дальше. Какого типа вот этот объект? Видите, у него в начале буквы B. Так называемый байт, да. Байт — это однобайтовая строка в питоне. Кстати сказать, у нее есть практически все свойства, которые есть у объекта типа str. Вот. Да? Он str, по-моему, называется. Вот, байт. Правда, довольно интересно. Смотрите, как вы думаете, что будет, если я скажу байт, ну, скажем, пятое? Что приедет? Упс. И вот объекты типа байт как раз больше похожи на наши привычные строки. Они являются последовательностями байтов, и один элемент объекта типа байтс является просто коротким целым числом. Ну, целым числом. Вот. Сечение, я так думаю, является байтовой строкой. Наконец, объекты типа байтс, будучи, по сути, массивами. Нет, объекты типа байтс, кажется, не модифицируемые, да. А вот есть еще объект типа байт-аррей. Вот. Вот эти байтеры, они уже вполне себе записываемы. Мы можем написать, скажем, 10 равняется 100. Чё? А, ББ, да, спасибо. О! Только я его не вижу. А, вот он. Вот он, 100. Давайте его заменим не на 100, а на, скажем, на 107. D, E, F, G, H, I, G, K, что ли? Да, точно. Вот. То есть, если вы хотите работать прямо с байтами и прямо указывать их при присваивании, отлично, отлично, используйте байт-аррей. Если вы хотите работать со строками, в которой, вообще говоря, бывают буквы разных кодировок, используйте тип str. Вот. Преобразование один в другой и обратно с помощью операции encode и decode. Да? s.encode, b.decode. А вот bb.decode, я думаю, сейчас не сработает. Потому что мы не можем вот эту последовательность, вот эту конкретную последовательность, декодировать как нечто, находящееся в кодировке UTF-8. Мы поменяли один байт в том самом месте, где раньше были русские буквы. Двухбайтные. Вот эта последовательность не является последовательностью UTF-8. О чем, собственно, нам она и сказала. Вот, вот, вот. Видите? D1 есть, а после него должно быть, должен быть идентификатор буквы, а у вас там стоит какой-то другой символ. Вот.
Можно, только все равно хорошо не будет. Сейчас я вспомню, как это называется. Import encoding. Допустим, да, бэкод latin1, да? encoding.latin1. Да. Это модуль. Сейчас. Тогда не encoding, а как charset. Черт, забыл. Не помню. Слушайте, я не помню. А, давайте почитаем man. Слушайте, что я несу? Давайте почитаем help и на этом закончим. Help. Вот. S. Что там? Вы от encode или от decode хотели? Encode. Decode. Тогда bb, да? b.decode. Так. А, там можно просто в кавычках указать. Слушайте. Что там? b.decode. И здесь написать ASCII. А нам скажет результат, что мы не можем прям вот 0 до 0 в ASCII не входит. Давайте попробуем латин 1. О! Я не хочу вдаваться сейчас в эту всю область, потому что она стремительно уходит в прошлое. Общий смысл такой. Когда-то давно было много-много разных кодировок, и, собственно, понятие кодировка означало попытка упихать все буквы вашего языка в таблицу от 0 до 200, в 1 байт, в таблицу от 0 до 255. Младшая половина от 0 до 127, это кодировка ASCII, это всегда были латинские буквы и всякие нужные символы и цифры. Старшая половина от 128 до 255, это, собственно, были ваши национальные буквы, в зависимости от того, какая она кодировка. В частности, вот это вот какие-то буквы кодировки латин 1. Ну, правда, не хочу в это вдаваться. Все. Значит, я и так уже освоил больше времени, чем надо. Значит, домашнее задание примерно такое. Вот у нас тут пошло предложение на разбиение строки на слова и работа со словами. Вот. Дальше будет простое домашнее задание на поиск шаблона без повторений. Ну, то есть, грубо говоря, вы ищете вхождение подстроки в строку, но в этой подстроке есть необязательные символы. То есть символы, на месте которых может стоять какой угодно. Вот. А, вот есть задача поиск наибольшего числа в тексте, она как раз на сплит и выявление из него, из number, да, из digit, вот этого всего. Вот. И будет задача на подумать, задача на обход лабиринта, классическая задача на обход лабиринта. Вот. Там есть много разных гитик. Для тех из вас, кому не интересно решать задачи на обход лабиринта, можно в качестве упражнения еще попробовать написать программу, которая генерирует лабиринт. Ну, в общем, вы увидите. Вот. И плюс одну задачку еще не придумал, но она тоже будет. Если есть какие-то вопросы по сегодняшним темам, пожалуйста, задавайте. Значит, разборы я сделаю сам в виде офлайн ссылочек на страничке. Читайте, смотрите. Вот. В следующий раз я постараюсь организовать лекцию так, чтобы было время на разбор задач. Все, если нет вопросов, тогда спасибо.